жирный гей и усатый трансгендер за столом ублажают себя. Так на Нетфликсе трех мушкетеров нам покажут в конце января. А даст там даже лошадь пидор. Шел по концу. Настоящий мужчина должен владеть собой. Я вас не боюсь. А вот это как раз глупо, Д'Артаньян. Ваше Величество, я обнаружил заговор, но мушкетеры оказались под подозрением не впервые. Он решил пойти против короля? Я всю жизнь мечтал стать мушкетером. Вы либо смельчак, либо глупец. Где шпага, юнец? Ее украли. Издан приказ об аресте мушкетеров. Живо, взять их! Теперь вы враг гвардейцев кардинала. Я сражался вместе с мушкетерами. Портос! Больше мушкетеров нет. Не бойтесь, ваше величество. Фортуна опять с вами. Кардинала и Рашфора нужно остановить. Убейте всех! Я-то сумею привести мужчину в чувство. Покажем это? Да! Мушкетеры всегда были бесчестны. Рашфор! И Франция об этом узнает. Предатель! Взять их! Я не боюсь умереть за Францию. Какой энтузиазм! Как же это утомляет! Недавно совершенно исполнительный директор Диснея сказал, что они теперь не будут снимать белых мужчин с традиционной ориентацией в главных ролях. Что это политика будет кампании. Я не про эту политику говорю. Знаете, что на Оскаре сказали, что обязательно, значит, должны быть... Ну, я не про это ужасно. Это может, с вашей точки зрения, установка на то, что обязательно в кино должны быть лесбиянки, негры и прочее, опустить уровень? Или все-таки там настолько высокий? Для меня это опускается планка неимоверно. Для них, не знаю, если это равенство, которое сейчас во всем... Для меня это шок, честно вам скажу. Для меня это катастрофа, я смотрю, начинаю смотреть какой-то достаточно увлекательный материал про балет. Думаю, да, хорошо, первые две серии. Хорошо. Мне сразу хочется уже больше не смотреть, потому что думаешь, да, будем говорить о профессиональных делах, и мне это нравится, первые две серии, но потом, когда начинается, пойду с женой посоветуюсь. Не знаю, я честно говоря, не очень понимаю, как может Болейн играть чернокожую артистку. Я не понимаю этого и никогда не пойму. Но если они так хотят, ну ради бога, если у них это признано нормой, ну давайте говорить о такой норме. Я не принимаю это. Не понимаю. Нас это ждет, у нас может в какой-то момент тоже вот... Ну, суть по тому, куда крутится наш мир, почему бы нет? Угу. Это ужасно. Я не доживу, слава богу. Поверьте мне, я буду я так счастлив, что это будет после меня. Блин. Извините. Что уже внуки будут приходить и говорить: дедушка, как хорошо, что ты этого не видишь.